Позади учебные будни и экзамены. Теперь нарядные, счастливые, новоиспеченные медицинские работники украшают своими улыбками большой зал городского дома культуры. Торжественная церемония вручения дипломов Лабинского медицинского колледжа состоялась для 139 выпускников учебного заведения. Очень жалко расставаться, мы к ним привыкли, это наши дети, так мы их называем, хотя потому что взрослые люди совершенно, но для нас они всегда будут дети, как для родителей, какого возраста бы ни были. Жаль, но тем не менее мы рады, что вольются в дружную семью кубанских медработников. Будут помогать людям, сохранять здоровье, жизнь. С каждым годом дети и поступают, и, ну, мне так кажется, все время лучше, лучше, лучше. То есть мы все-таки стараемся, и дети стараются, и преподаватели стараются, чтобы с каждым годом были выпускники все лучше, умнее, организованнее, инициативнее и трудолюбивее. Львиная доля уже бывших студентов пополнит штат лечебных учреждений района молодыми кадрами. Ежегодно на церемонии вручения дипломов присутствует главный врач Лабинской центральной районной больницы Ринат Жарков. Ведь почти 95% сотрудников среднего звена в больнице – выпускники колледжа. Сегодня 139 молодых человек получат дипломы о среднем образовании. И они придут в систему здравоохранения, поверьте, уже полностью подготовленные. Из года их профессионализм и знания растут. Мне это удается оценить, потому что, работая, выстраивая отношения с ними, мы видим, что они полностью готовы уже практически, теоретические знания у них удовлетворительные. Они наши специалисты, это будущая смена. Внимательно и заботливо относиться к больному, хранить врачебную тайну. Звучит клятва медицинского работника. Отныне судьба этих ребят крепко связана с самой благородной профессией. Выпускница отделения «Сестринское дело» Алина Мельникова уже решила, что будет работать в реанимационном отделении. Ни ночные смены, ни моральные, ни физические нагрузки ее не пугают. Работать в нашу центральную районную больницу. А в какое отделение? Реанимация. Да, уже заявление написано, уже все. Настроение очень хорошее. Даже не верится, что мы уже заканчиваем. Вроде недавно только поступали. Уже заканчиваем. Конечно, прожито столько всего, столько вместе прошли с группой, со всеми людьми близкие, преподаватели стали близкими. Конечно, не хочется уходить, расставаться со всеми. Я сегодня очень счастлива, потому что наконец-таки я закончила 4 года обучения. Для меня прошли, конечно, трудновато. Где-то были взлеты, где-то были и падения, но все же я закончила, и я очень счастлива. Ну, просто счастлива. Лабинский медицинский колледж в последние годы активно развивается. Открываются новые отделения. Сейчас учебное заведение готовит сотрудников среднего звена по 4 специальностям. Мы расширяем наши специальности. У нас уже получается не 2, а 4. Сестринское дело, лечебное дело, стоматология, ортопедическая, фармация. Но фармацевтов еще не выпускали, только 3-й год набор. Но вот уже через 2 года еще в выпуску добавится еще дружная семья фармацевтов. Татьяна Щукина, Георгий Сопов, телекомпания «Лаба».